Добрый день, уважаемые коллеги! 8 февраля 2021 года вышла 10-я редакция рекомендаций. На планете, ну вот смотрим в правый нижний угол, вроде бы такой пичок-то месяц назад прошел, но как тут говорить о каком-то спаде, если по 400 тысяч в день? Посмотрите, весной, когда все закрывались, было значительно меньше. А наши временные рекомендации в очередной раз усовершенствовались. Большой документ, 261 страница. Много нового в лекарственной терапии, в вакцинации. Есть новое и по нашей части. Посмотрите, что рекомендуют для отбора потенциальных доноров. Использовать наборы реагентов с количественным определением титра антител. Товарищи дорогие, вот почему надо учиться на правильном кафедре. Добро пожаловать к нам на цикл по гемотрансмиссивным инфекциям. Там вам расскажут, что в иммунохимии титр, он всегда количественный. Это максимальная степень разведения для получения положительного результата. Воспроизводится ошибка подтверждения, вернее верификации, не ложно положительный ли это тест. Надо взять первично положительные результаты и переставить эти образцы на тест-системе с максимальной чувствительностью и специфичностью. Товарищи дорогие, так если у вас такая система есть, вы ставьте сначала на ней, чтобы чувствительность была максимальной, а подтверждайте уже на системе с большей специфичностью, как и вообще в других видах лабораторных исследований. Клиническое использование плазмы антиковидной, ну опять рассказы про ВОЗ. Кстати, ВОЗ рекомендует только в рамках исследований использовать эту плазму по опубликованным данным в КНР. Ну, КНР уже там все закончилось почти. Заготовка осуществляется в соответствии с действующими нормативами. Вот здесь не пугайтесь. Ну, мы все тут к гильотине привыкаем. 183 не работает, отменили. 1166N работает. И вообще, вот много сейчас задают вопросов. Ой, а у меня в консультанте где-то просто в интернете показывают, что эти приказы еще не вступили в силу. Ребята, все вступило и все работает. 8 приказов имеется в виду, которые появились после гильотины с Нового года. В том числе и тот, который вы видите на картинке. Дополнительные требования к донорам антиковидной плазмы, ну, сразу так немножечко огорошивают, потому что отбор доноров можно осуществить по результатам предварительного исследования, в том числе в экспресс-тесте. Как в экспресс-тесте количественно титр определить, не очень пока понятно. А еще новелла. Один теперь отрицательный мазок, но он вообще не нужен. Через 14 дней после исчезновения клинических симптомов вирусов в человеке нет. В Америке наоборот написано, не надо делать никакие мазки, потратьте эти деньги на зарплату лучше. Вирус нейтрализующая активность в разведениях. Кто ее будет определять? Загадка природы. Но есть и подвижки. Значит, вот это предыдущая версия. Здесь вы видите, достаточная должна быть активность, вернее, достаточная корреляция на основании рекомендаций экспертной группы. Все, из 10-й версии экспертная группа при рабочей группе исчезла, видимо, ушла в подполье. А вот ссылка на рекомендации FDA, да еще 2020 года, осталась. Ребята, эти рекомендации менялись уже раз в 6. А вы вспоминаете все какую-то дедовскую, предыдущую. Вот давайте взглянем на последнюю, от 15 января. Причем рекомендация это в основном это очень короткий политический документ, такой нетехнический. Там пути использования плазмы, чем регламентировать, в основном ссылки на какие-то законы. А технические документы обновляются еще быстрее. Вот письмо FDA уже в новый Минздрав. Вот видите, мисс Ники. И что же FDA рекомендует? Да вот что оно рекомендует. Медицинские лабораторные диагностикумы, 9 штук,
в алфавитном порядке. Мы их прекрасно знаем, многие из них в России отлично работают. Три столбца, три колоночки. Название производителя, вид исследования, да, иммуноферментный, иммунохемолюсцентный, ну вот даже есть реакция нейтрализации для выявления все-таки именно антител. Ну, наверное, тоже иммуноферментный. Определяют по степени ингибирования. Ну, что-то похоже на подтверждающий тест в HBS-антигене. И давайте внимательно посмотрим на третью колонку. Чего же мы ждем от лаборатории? Как нам квалифицировать, донор он у нас антиковидный или все-таки такой еще с небольшим количеством антител? Везде количественные мы видим показатель. Сверху вниз идем. Эббот – это не количественный тест. Он у нас будет в арбитражных единицах. Но в Америке, видите, не дошел еще. До нас дошел уже. 4,5 сигнал котов у Beckman Coulter. 3,3 евроиммун полно у нас. 3,5. Ну и так далее. Да, вот кто-то Кантара в арбитражных единицах. Но что-то я их не видал в России. И у всех, значит, РОЖ тоже какие-то единицы. Почему эти единицы, они такие достаточно авторские? А нет еще международного стандарта. Сравнить не с чем. Ну, а наши-то что? Вот посмотрите, башкирские наши коллеги сравнивали Евроиммун с Вектор Бестом. Ну, чтобы никого не обидеть, мягко скажем, что Вектор Бест не хуже. А даже там и был один у Евроиммуна ложно положительный результат. Вот диагностические системы. Только что, видите, 2 февраля выложили препринт, где, ну вот, тоже достоверно высокая корреляция. Все-таки не достоверно, а значимо. Но, тем не менее, вот что важно, что показатели чувствительности составили 100%, титр антител больше, чем 1600, и критерий оптической плотности больше 3. Ну, по большому счету, ведь ну ничем же наши системы не отличаются от упомянутых в письме, как это сказать-то, наших заокеанских партнеров. Дальше идем. Если в анамнезе нету установленного диагноза, то тогда нужно донора обследовать с помощью иммуноферментной хемолюминесцентной системы, зарегистрированной в установленном порядке и разрешенной, для которой экспериментально установлена корреляция между результатами определения содержания антител с вирус-нейтрализующей активностью. А какая корреляция? Положительная или отрицательная? Все-таки речь идет именно о том, чтобы в иммунохимическом анализе получить значение достаточно высокая, ну хорошо, пусть она соответствует реакции вирус нейтрализации, мы уже, у нас больше и больше понимания приходит. Иммунохимия соответствует вирус нейтрализации. Вирус нейтрализация не существует в медицинской практике, это научное исследование. А иммунохимия сколько угодно в нашей повседневности. Поэтому, ну вот эта формулировка нуждается в коррекции. С этой целью можно применять анализ иммуноглобулина G к S1 домену спайк гликопротеина вируса. По данным Джойнера показано, да, 322 пациента увеличивался эффект антитрансфузии плазмы по мере увеличения в ней титра. Возможно сохранять контрольный образец. Но мы сейчас к Джойнеру-то вернемся. Обязательно надо сохранять. И вообще все образцы доноров надо архивировать. Вот важное замечание. Оно из одной редакции в другую циркулирует. И вообще должно в жизнь нашу перейти. При незначительных изменениях решение о допуске принимается врачом. Вот статья Джойнера. Обратите, пожалуйста, внимание. Это препринт. Запостили его 12 августа. Вон справа дата. И вот с препринтами-то, братцы, надо быть аккуратнее. Все-таки с научной точки зрения некорректно. Все это препринты, вещь, конечно, очень важная. И вот диагностические системы тоже препринт.
То есть статья еще не прошла рецензирование товарищеское, не рекомендовано для публикации. И вот поэтому вот внизу синеньким выделено. Она не должна быть использована для руководства клинической практикой. Так что, ну, зря мы на нее. А, ну, джойнеры компания – это клиника Мэйо. И здесь я вас могу адресовать уже к приличной статье, которая из этой клиники вышла. А это наша лекция от 14 января, а статья от 13 января в New England Journal of Medicine. Что сделали? Как раз ретроспективно. Ну, собрали клинические данные. 3082 пациента из 680 реанимаций. Ну, вот эти госпитали и станции переливания крови на картинке внизу. А 54 станции переливания крови поделились образцами. Прислали их в клинику Мэйо. Вот почему-то Витрас-то так знаменитый первопроходец получился. Он в клинике Мэйо стоит в лаборатории. И в клинике Мэйо у всех определили количественно сигнал к катофу отношения и выделили 2 20-процентных персентиля, то есть низкий уровень, это меньше, чем 4,62, а высокий 18,45. Кстати говоря, ну, вы-то можете перемотать и вернуться. Посмотрите, вот там на таблице, которая в письме FDA, еще одно важное изменение. Когда начинали на Витрасе определять высокий титр антител, здесь вы видите, определили 20-процентный персентиль. FDA в августе, да, записала 12 границу. И вот сейчас, 4 февраля, изменились с 12 на 9,5. То есть 9,5 на Витрасе все равно достаточно высокий титр антител, который расценивается как лечебный. Так вот здесь еще раз, низкий, средний и высокий. И вот что получилось. Летальность в течение 30 дней у реципиентов плазмы 26,9% наверху в абзаце циферки красным. Если низкий титр 20, почти 30, средний титр 27,4, высокий титр 22,3. И вот для нас еще что очень важно. В течение 30 дней летальность была ниже у пациентов, кто получил переливание в течение 3 дней после постановки диагноза. Именно в первые 3 дня. У них еще нет антител, начало заболевания. Конечно, донорские здесь сработают. А значит, у них летальность 22,2%. А у тех, кто получил на 4-й и более день, 29,5%. Ну вот 7 с лишним процентов разницы. Значит, еще одна новелла. Ну, во-первых, хорошо, что все у нас есть информационный ресурс, который учтет результаты трансфузии, почему-то 2 раза здесь записаны. Ну, это технические такие вещи, ничего страшного. А вот что интересно. Значит, во-первых, теперь патогенредукция получается необязательная. Можно карантинизировать. Последний абзац читаем внимательно. Если плазма не прошла карантинизацию, то ее патоген редуцируют с метиленовым синим или с амотосалином. А при недоступности вышеперечисленных методов, то допускается использование патоген редукции с рибофлавином. Как эта карантинизация кому-то в нашей стране может быть недоступна? Не очень понятно. Ну, вот такая новелла. Кстати, сейчас на конгрессе виртуальном была история о том, что именно вот Миросол на тромбоциты как-то скорректированный прирост тромбоцитов меняет в большей степени. Ну, вот и здесь такой звоночек от автора. Вот экспертная группа, видите, работают эксперты. Что еще? Маркировка. Маркировка поменялась. Была антикоронавирусная. Вернее, антиковидная была. Теперь стала антикоронавирусная. И может быть патоген редуцировано или свежезамороженное. Ну, свежезамороженное, наверное, карантинизированное тоже надо писать, а то иначе получится что. И на маркировке еще титр надо указывать в случае его определения. Или содержание иммуноглобулина G. Ну да, кто-то количественно померил. Или сигнал к катофу.
Ой, вот, мне кажется, момент такой, не поменялось здесь подход к клиническому использованию. В период от 3, то есть 3 дня ждем, дожидаемся тяжелого состояния или средней степени с респираторным дистресс-синдромом. Что это такое, проявление респираторного дистресс-синдрома, тоже не совсем понятно. Но, в общем, тут видим тяжелое состояние, начинаем плазму переливать. Ребята, товарищи дорогие, ну и джойнера, которого вы так все любите. И исследование Липстера из Аргентины. И исследование ребят с иммунодефицитом. Кстати говоря, все это в американском письме подробнейшим образом описано. Ну, мы как-то, мы же свои правила разбираем, что нам их. Да нет, надо переливать рано, не дожидаясь как раз тяжелого состояния. А для этого надо учиться на правильной кафедре. Развиваем мы сейчас в ковидную эпоху дистанционное обучение. И врачи, и медсестер попросили, ну вот у нас эти циклы уже есть, попросили сделать цикл для медицинских сестер продолжительностью 36 часов, чтобы больше там поговорить по иммуногематологии. Сделаем, никаких проблем. Эти циклы ежемесячные у нас, они на портале НМО. Все по 36 часов дают 36 зачетных единиц. Но, в принципе, я думаю, что пока еще приказа об аттестации нет, все учебы в дело пойдут. Так что заходите на наш сайт или на портал сразу, на нем можно заявку оставлять. Здесь расписание. Тут правильные книжки. В Zoom-конференциях наших можно участвовать. Книжки можно тоже дистанционно получать. Заявки дистанционно оформлять. Все можно, не сходя с рабочего места, делать. За исключением, конечно, поездок на наши конференции. Ну, будем надеяться, что ковид отступит, и будет у нас возможность долгожданная пообщаться очно. Спасибо вам за внимание. Всего самого доброго. Не болеем, работаем. До новых встреч.